Все больше и больше по каналу проходит судов из Техаса с нефтью, с пропаном, с жидким. И на США приходится 58% судов, которые здесь проходят, 37% приходится на Китай. Сейчас... Вот видно новый канал. Вот видите, тут насыпь, там вода. И вот на новом канале они не поднимались три шлюза, а они поднимались только в одном. Вы видите на экране нашего телевизора, что мы заходим в левый шлюз. И вот так медленно-медленно, ну прям вот как пешочком идем. Тягачи вот эти, они называются мулами, как мьюлс. Вот эти мулы, значит, сделаны в 98 году фирмой Mitsubishi. А до этого были General Electric. Но эти с кондиционером внутри, здесь все-таки климат такой, сами понимаете. Было использовано чудовищное количество динамита, это были скалы, надо было через них прорубаться. Динамита потратили на эти скалы больше, чем Соединенные Штаты потратили за все войны, в которых они участвовали. Вот можете себе представить, что здесь творилось. Надо полагать, что много рабочих мест канал создает для страны, потому что здесь только на обслуживание, не на развитие, на обслуживание, тратится 200 миллионов долларов в год. Жидкий газ пошел. Вообще много. Много судов. Прям так вот одновременно. И вот мы снова, друзья, поравнялись с нашим партнером, с нашим спутником по этому круизу. Вы видите, его сзади пихает, ну или должна была бы пихать вот эта вот посудинка. Вот вы видите, друзья, как соседний с нами корабль прошел туда в шлюз. Видите, за ним два замка таких. А там вот наши коллеги уже совсем, можно сказать, потонули. Ну я в хорошем смысле так. Вниз ушли. Вот вы видите, друзья, очень хорошо видно, как открываются шлюзы, и мы сейчас туда зайдем, потом, значит, пойдет на понижение уровень воды, и мы спустимся вниз. Вот у нас три шлюза надо пройти, чтобы оказаться на уровне Атлантического океана. Вот смотрите, как интересно. Тут водичка высокая, там водичка низкая. А у нас так почти низкая. Видно, что побольше, да? Вот еще картинка какая, смотрите, убедительная. За год, друзья, проходит по каналу 14 тысяч судов. И вот в 2010 году прошел миллионный с момента открытия канала. Ну вот грубо там за 100 лет почти. Идет строительство моста через канал, а сейчас тут ходят так называемые ферис, ну, барыш такие,